Свистать их наверх, большие и маленькие любители крупных калибров. Сегодня с вами в эфире Александр Петров, он же Тури. И я представляю вашему вниманию топ 5 самых-самых лучших, самых удобных, приятных в игре кораблей для ранговых боев, новый сезон которых Wargaming анонсировала буквально вот-вот. Ну и все вы уже, наверное, знаете, а может быть и не все. Тогда я вам расскажу, что у нас появилось два брекета ранговых боев. Первый — это 5 и 6 уровни, а второй — 6 и 7. Ну и именно на 5 и 6 уровнях мы все начинаем, и поэтому в этом видео речь пойдет именно о них. Сразу скажу, что в этом видео речь пойдет именно о прокачиваемых кораблях, ну а о премах я расскажу отдельно. На 5-м месте в моем рейтинге расположились сразу два корабля. Во-первых, это огневой. Все уже наверняка встречались с советскими эсминцами в бою и знают, что они очень и очень опасны за счет своих орудий главного калибра и быстрых мощных торпед. В общем-то, в артиллерийской дуэли огневой спокойно разбирает любой эсминец своего же уровня, ну а торпеды дают ему шанс ваншотнуть даже линкор. А второй корабль — это эсминец 6 уровня США, Фарагут, ну или Фарагат. Он обладает тоже неплохим ГК, а торпедки у него мне, честно говоря, нравятся больше. В общем, оба этих эсминца достойны 5-го места в нашем рейтинге. 4-е место занимает у нас американский крейсер Кливленд. Это бессменный рекордсмен среди 6-х уровней, один из самых часто используемых кораблей в игре. Он достаточно прост в освоении, у него много орудий, он зачастую прощает ошибки новичкам. В общем, свое 4-е место он держит уверенно. На 3-е место плавно заползает Нью-Мексико. Тяжелый американский линкор 6-го уровня, обладает существенной прочностью и большим количеством орудий. Отличное бронирование и неплохой ДПМ позволяют ему чувствовать себя уверенно в любой ситуации. На вторую строчку нашего рейтинга поднялся Фусо. Это линкор Японии 6 уровень, хоть и несколько уступает в бронировании Нью-Мексико, тем не менее превосходит его в динамике. Корабль очень приятный и по совокупности своих характеристик уверенно занимает 2-е место в моем рейтинге. Ну а 1-е место в моем рейтинге уверенно занимает легкий крейсер США 5-го уровня Омаха. Это корабль очень приятный для всех, кто на нем играл. Я уверен, у всех остались самые лучшие впечатления. Здесь у нас замечательная артиллерия, неплохое ПВО, неплохие торпеды. И вообще по совокупности параметров корабль просто класс. Ну и помимо всего он еще и немножко фармит, так что есть шанс заработать немножко серебра. А на этом у меня все, с вами был Александр Петров, он же Тури. Если вам понравилось видео, поставьте большой палец вверх, подпишитесь на канал, загляните в группу ВКонтакте, там тоже есть море интересного. Увидимся с вами в рандоме, до новых встреч, пока-пока!